Работники газового хозяйства республики отметили профессиональный праздник. 60 лет назад в Чувашии появилось голубое топливо. Работников и ветеранов отрасли чествовали на базе загородного санатория. К профессиональному празднику приурочили и спартакиаду газовиков. Лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Глава республики отметил, что благодаря их труду жители Чувашии живут в комфортных условиях и получают тепло. Сейчас сеть наружных газопроводов в республике превышает 15 тысяч километров. На очереди масштабная инвестиционная программа. В ближайшие годы голубое топливо появится и в Заволжье. Это очень сложный вопрос. Сегодня завершаем предоставление всех документов по государственной экспертизе для того, чтобы наш проект прошел государственную экспертизу. Если раньше город Чебоксар зависел только от головного ГРП номер один, а сегодня мы закольцевали город Чебоксар за счет Агры ЕС-3, который в северо-запад полностью, и мы можем при технологическом процессе, как вот этот бой происходит в одном из участков, тогда мы можем с другой стороны запитать город Чебоксары. Уровень газификации он у нас высокий, это правда, это факт, потому что за последние годы и бюджетные средства выделяли, и газификация в населенных пунктах сработала по нашей республиканской программе. Пошагово мы микрорайоны тоже будем газифицировать.